Москвы. По данным Международной организации по миграции, в Российской Федерации находится от 800 тысяч до миллиона таджиков. За 5 месяцев 2004 года из Российской Федерации доставлено 127 трупов таджиков. Почему наши граждане, выезжая за пределы республики, занимаются самой грязной и низкооплачиваемой работой? Почему большинство приехавших из России сетует на то, что сталкивается с несправедливостью, обманом, вымогательством и незащищенностью? Депортация. Еще одна проблема для наших граждан, выехавших на заработки. Почему сотнями именно таджики подвергаются этой процедуре? По последнему отчету Продовольственной и сельскохозяйственной комиссии ООН, опубликованному в российских средствах массовой информации, от 20 до 40% населения в странах СНГ в настоящее время голодают. Самыми неблагополучными на постсоветском пространстве признаны Армения и Таджикистан. Эксперты говорят не только о низких зарплатах и пенсиях, но и о повальной безработице, доходящей до 50-80% от активной части населения. Вот и едут наши граждане в Россию, чтобы прокормить свои семьи. Россия. Это страна мощная, развивающаяся, с большим экономическим потенциалом, которая имеет большой запас природных ресурсов и нуждается в привлечении огромной рабочей силы, дешевой силы. И эту рабочую силу составляют в основном граждане бывших советских республик. В соответствии с новым положением, разработанным правительством России, все граждане, приезжающие на работу в эту страну, должны приобрести миграционную карту. С тех, кто нарушает этот закон, при задержании в первый раз взимается штраф в размере 2500 рублей. Во второй раз их депортируют. А работодателя, который использует труд нелегала, лишают свободы сроком на 5 лет. Покидая родину, наши граждане в основном не имеют представления о городе, в который едут. Не знают, какие справки или документы нужно готовить, какими работами они там будут заниматься. Едут к знакомым, родственникам. Или просто так. Едем на заработки в Россию. Выезжая за пределы республики, наши мигранты уже на родине сталкиваются с рядом проблем. Кому переплатить, чтобы достал билет? Без знакомого не так-то просто дойти до самолета или поезда, потому что найдутся люди и у милиции, и у таможенников, которые обязательно будут требовать денег. Документы у Амат Айкиса Буроварда, Амачи, Мундам Столда. Вай сразу я пансацию мою грифту, да киса.
گفت که بعد سوزم هم میکنم ای تموجن مرا گذارون که بوده لیکن من وینوش دیدم که سوم را پولی های ما های قربان تیپا ما برای کورپنی همی برای نو شهری فیدره چایی رستی یا شهر نویسی بی که اگون کور پیدا کنیم کور کنیم جای انیق نداره جای انیق نداره ما خواهیم تا اومدیم همچون چی کور میدیم برای کور کنیم На этом рынке работает очень много наших граждан. В основном грузчиками или толкают тележки. Есть небольшое количество торгующих фруктами. Заметили наших женщин, торгующих лепешками? И все жалуются на местную милицию. Задерживают, отбирают деньги. Если не заплатишь, закрывают. خیاک ساده ساده سه ساده مکان با سال میتیا چه پلیشون هم میگیرن پنجاهشون میگیرن پنجاهشون میگیرن ساتشون میگیرن سال میتیا ساتشون میتی رفته شدی نه گام منی جاش سو هش سو مکتب میخونی مکتب نه مکتب یاکم سنی Оказалось, что ни у кого на этом рынке не было прописки. Все работали нелегально. У администрации рынка есть с ними устный договор. На территории рынка никакая милиция их трогать не будет. А за рынком они ответственности не несут. Но за это они ежедневно должны заплатить администрации определенную сумму. 47 килограмм. Спасибо русский народу, что нас пускает. Шухрат работает на этом рынке уже год. Раньше, говорит, было хуже. Работали в подвале, расфасовывали соду. Работали в ужасных условиях. Ночевали там же, в подвале. Было очень холодно. По словам Шухрата, человек, который привез их из Таджикистана, был таджиком. В первый же день он у них отобрал паспорта, денег он им не платил. Обещал расплатиться по окончании работ. Не вытерпев холода и ужасных условий, Шухрат начал болеть и убежал оттуда. Найденная в мусорке коляска помогает ему зарабатывать на хлеб на этом рынке. В день он зарабатывает 100-150 рублей. Живет он в заброшенном вагоне с двумя парнями-таджиками. Выходя за пределы рынка, часто сталкивается с милицией. За неимением паспорта отбирают весь дневной заработок. К истории Шухрата мы еще вернемся. Это самый большой оптовый рынок в Красноярском крае. Он находится в центре города. Здесь работает свыше 2000 таджиков. Обычный базарный день сегодня был прерван недовольством наших граждан. Они не хотели приобретать миграционную карту, которая дает им право на работу и проживание на территории Красноярского края. И стоит она 4000 рублей. Это чуть больше 140 долларов США. За порядок на рынке отвечает Ходжи Фатхудин. Он заместитель директора этого рынка. Вместе с председателем Ассоциации таджиков Красноярского края Хайдаром Алимовым они добились от местной администрации, чтобы работающие на этом рынке таджики смогли приобрести миграционную карту прямо на месте работы. Но наши не хотят. Они предпочитают нарушать порядок и платить милиции. Хоем на хоем, а мы зам губернатор Ягапих Шрузатки говорит, 10 лет, ребята, Российская Федерация была как проходной двор. Шхелеки хостим, а мы хозяин даги каду. Хоед на хоед, гуф порядок не шар. Хоем мой он на хоед. А мне на мом ман на шахсан ман меха, на шахсан ами оджи. Мисол, йоки директор ям бозоришу. Хоеда за хоеда ас, хонун бромар. Хоед на хоед мекне. Она акам мегатки ман яки омада натуна.
من بعضی آدم‌ها شدیدم که گوشا گرفته توبه کرده رفت با 6 ماه پس با همین جا اومد. هر شرایط وطن نگاه کرده گپ زدن در کو. همین روز همین از روز خرشی بعضی آدم‌ها از اینجا که باغ و خانه و در و زن و فرزند پرتفته برای دو سوم آمده گیا اینجا. ایش هم ما میفهمیم. یکی طلب که کردگی از قانون با رمکه همین قانون تاجیکستان دیگه قانون اینجا دیگه همین جا اومده همین وطن برای شما نان میتید قانون این وطن رو ویران کردن در کار نید. ویران کنید ایچ گب نید یک از دو کس نید که بشان شرف ملت ما همین نمی ارزد نمی زیباد دیگه. Таджикские гастарбайтеры начали трудоустраиваться в Сибири еще в начале 90-х. Большинство из них работает сезонно, с середины весны до середины осени. В это время приезжает почти 50 тысяч человек. В основном работают на рынках и стройках. И большинство нелегально. Скандалы с работодателями и милицией, стычки с местными жителями приезжие проходили не раз. Но есть граждане Таджикистана, которые живут и трудятся по-другому, помогая другим таджикам трудоустраиваться в России. Этот рынок находится в центре города Челябинска. 4 года назад Исламидин, таджик по национальности, открыл этот частный продуктовый рынок. Работают здесь свыше 100 человек, половина из них таджики. مرکزی اساسی همین شهر دمو یک تنیم بزرگی که اساسا اینجا همین بچه های متوجیکو کار میکنن با همون قدر حرمت و احترام این مردم اطرافی و رهبران شهر و ولایت رسیدیم که نسبت یکون تایمو در خود حاضر یکون مناسبت بدی وجود ندارد. صدارت بزرگ باشد، صدارت نوحیوی باشد، صدارت کارهای داخله باشد، براستی هر روزه ما چی در مقیاس رایانی، چی در مقیاس شهری و ولایتی همه وقت در تماس هستیم و در صورت پیدا شدن یکون یاردم بغرز نسبت اون حملت های خودمون در اینجا خود من همه وقت تیار هستم که یاردم بکنم. У Исламидина на рынке строгий порядок и идеальная чистота. При отборе людей на работу он поступает очень строго. Каждый знает свои права и обязанности. По специальности Исламидина архитектор. Бизнес в России открыл для него возможность реализовать себя в этом. Рядом с базаром был заболоченный пустырь. С помощью таджикских строителей здесь построили парк культуры и отдыха. Не так давно состоялась официальная церемония открытия парка, на которой присутствовал мэр Москвы Юрий Лужков. И теперь здесь, где раньше обитали комары, отдыхают люди. А это другой наш земляк, Хандуло, живет в Новосибирске. 1990